14 мая по 15 августа фактическая стоимость проживания в гостиницах или других средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством России. Завышение регулируемых государством цен является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность. Завышать цены не могут и при бронировании. При выявлении фактов завышения цен граждане могут обратиться по телефонам горячей линии в Краснодаре, указанным на экране. Позвонить можно будет с 9 до 17 часов.